Всем привет! С вами снова я, Алистер, и это новая серия Гоночного воина в Карпарке. Погнали! Короче, у меня сегодня под рукой такси Марсель. 560 сил, пацаны. Я ее взял у друга. Он таксист, вот. Но он любит машины. И он просто обожает фильм «Такси». Сказал, типа, если хочешь, я тебе ее дам, типа, для контента, вот, пацаны. Так что я ее взял, вот она, пацаны. Такси Марсель, передний привод, конечно же. Пародия на такси Марсель. Вот, так, значит, заводимся. Так, что-то она тупит, наверное, там старт, а что ли? Старт. Да, конечно, она просто с места смотрит, что она вытворяет на переднем приводе. Просто буксует всю первую передачу, и это просто жесть. Так, давайте развернемся и проверим уже, так сказать, замеримся. Вот, так, передний привод, 56 сил, вес маленький, не знаю точно сколько. Так, давайте чуть меньше, 5000 гаспол. Ну, блин, мешает мне, пацаны. Такс, давайте. Надуваем. 5000 и газ пол. Просто захват моментально, просто она шлифует долго. Так, давайте заново, что-то у нас не получилось особо. Так. И газ пол. Просто она так шлифует, пацаны. Вторая пошла. Третья. Четвертая, пацаны. 130, 150. Я вам скажу, эта машина валит. Эта машина реально валит. И тормоза у нее нормальные. Ну, конечно, при повороте передний привод такой, если сжать газ пол. Она просто шлифует первую, вторую передачу, а потом ее отпускает, и она просто делает дикий ревок, пацаны. Это очень круто, если честно. Так, АБС работает очень даже круто. Так, давайте заедем, значит, заправимся. Так, все. Все, заправляемся, пацаны. Я сейчас пойду, оплачу и приду. Так, пацаны. Она что, опять не заводится. Надо с перегазовки ее, пацаны, заводить. То есть сжать на газ и так, потому что она что-то тупит, походу. Такс. Налево. Давайте сейчас пойдем, значит, к нему. Спросим, у него вообще было так, типа... Так, кстати, она вообще хорошо заводилась или нет? Газ пол. Так, налево. Аккуратненько все. И вот сюда вот. Давайте прямо вот туда остановим на бордюрчике, так как мы сейчас уедем. Все. Включаем аварийки. Врубаем. Все, пацаны, я пошел. Пацаны, значит, давайте вот сюда вот. И вот прямо вот сюда, так как они будут проверять стартер. Так, все. Сейчас я пойду им все скажу, что с ней, да как. Все, пацаны, я пошел. Короче, пацаны, я все узнал, они поменяли стартер. Там просто стартер был в хлам, вот, так что это не моя вина. Так что все норм, пацаны. Так, я ждал тут часок так полтора. Итак, погнали, значит, уже ганковаться и вставать со всеми. Так. Я видел, когда шел тут баунту какую-то там, Dodge, Range и вот тот сам Range. Давайте, что ли, с Dodge встанем. Пацаны, Dodge принял, значит, Dodge Charger, SRT, пацаны, против такси Марсель, 568 сил, передний привод. И передний привод на старте просто дико тупит, так как он просто буксует и он не вывозит просто. Но потом мы просто урываемся, так как у нас просто... больше сил, пацаны. Вот, все. Это изи бабло. Так. Знаешь, пацаны. Дела. И я увидел тут очень много народу. Вот на таких вот хаммерах, пацаны. Я бы с ними, если честно, встал. Вот тройка, да, БХМ-3. Я бы с ним встал, если честно. Так. Он говорит, что у него 2,5 мотор. И 200 сил. Ну, я думаю, мы его дернем просто на изи.
Поэтому мы его дернем на изи. Это гарантированно. Так. Давайте посмотрим, что это вообще будет. Да. Кстати, она не пробуксовывала. Я просто там нажимал на всякие кнопки, и она вообще не пробуксовывала. Что? Как так? Как так-то? Так, ну, пока что все нормально, пока что все мне все нравится, она рвет просто всех, пацаны. Эта машина зверь, наверное, хозяин ей доволен. Так. Пацаны, вот наш конкурент. Просто мини-купер улетел сразу. Да, мини-купер, конечно, летит, да. Бэха там отстала вся уже. Я не думаю, что у меня дернет, так как я просто, смотрите, чекайте. Чего? С места мы просто шли синхронно, но потом у меня дернул, пацаны. Ну так мы с ним шли синхронно просто. Нет. Короче, пацаны, я, значит, поехал. Машина уже, так сказать, перегрела вся, смотрите, просто. Уже как бы 90 градусов нагревается, вот. Так что я поехал уже отдавать машину, так как хозяин сам подумал, что и у него тут тоже дела. Ну, я ролик снял, самое главное. Все, ставим лайки, давайте наберем 120 лайков, ну или 140 лайков, пацаны. И выйдет новая серия, сразу же. Так, ну все, пацаны. Спасибо всем за просмотр, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, всем пока-пока, пацаны.